Привет, друзья! И сегодня мы хотим на таком вот классном большом байке. А то гляньте, погода, конечно, сегодня не очень. Но зато новая интересная трасса, по которой можно проехаться, посмотреть, что есть нового, что интересного. И вот это гигантские дороги. Так, нам куда? Типа сюда? Вот сюда. О, классно. Город новый. Город классный. Так, сейчас превращение будет. И прилетели. Прям в песочек. Давайте поплывем. Вот такая здесь веселуха. Такой чекпоинт. А, фух, наверх. Отлично. Ого, так не выйдем. Значит, попрыгали. Отличненько. Мы можем на это разбивать. Оград на байке. Тогда летим, летим. Там есть какие-то платформы в небе. Им нужно обязательно взглянуть. Ого-го-го, ничего себе. Ну, немножко врезали, ну да ладно. Мы сможем дальше поехать, да? Никто нас не остановит. Убираем разгон. Поворот еще нет, пропустили. Эх, везуха. О, портал. Давайте ускоримся. Вот мы с вами на самолете уже летим. Ничего себе. Окей, классно. И воздух попроще. Ого, и бочки получаются. Посмотрите, классно. Осторожно. И бочек какой. Это мы уже вылетаем за облака. Море, так сказать, уже будет море. Ого, вот мы на парашюте. А, так, вот как мы должны были добраться сюда. На парашюте. Да это да. Хотя осторожно, главное. Не промазать. Вот, полетели, отлично. Но тут даже нас ветрогенератор ждет. Здесь мы его поскочим. Давай. Ого. Еле-еле. Вот это да. Давай дальше. Просто бежим по платформам. Ой, главное не упасть. Не свалиться. То есть нужно типа аккуратненько смотреть, куда-то бежать, куда-то не бежать. И главное не падать. Не, нужно сильно разогнаться. Ого! Страшно-то как. Какие-то волны гигантские дальше. Но это вообще не проблема. Ой. Они немножко жидкие. Чуть-чуть. Пожалуйста, не скидывай нас. Хорошо.
Но то, чтобы дальше, нужно проиграть такие маленькие платформы. И типа... А как? Осторожно, разве что. Осторожность. Всё, отлично. Так, я бы не выбирал точно правильно лево, потому что в любом случае, если это что-то типа с обманом, то это плохо. Я не хочу перепроходить это. Просто ну, типа, вот мы прошли первое, значит мы пойдем на второе. Тут проблем никаких нет вообще. Да, вообще нет. А, что? Да, что же это такое? Ладно. Мы назад. А нет. Упали. Ладно. Если мы сейчас здесь не пройдем, то это точно не наш день. А вот, все отлично. Вот. Упали. Вот эта вот гигантская антенна меня реально пугает, потому что... Ну, ты или бежишь, или бежишь. И особого выбора-то у тебя нет, потому что в любом случае ты должен прыгнуть в последний момент. Уху-ху. Так сказать, остаться. И вылазим. Это вообще обыкновенные платформы, не страшные. Чем бояться? Давай. Ой, добрались в любом случае, так что, наверное, ну, все отличненько, да? Главное, что все сошлось. Вот сюда. Нет, не успели немножко. Ага, значит мы сейчас подождем немножко. Или вылезем, я вылезем сразу наверх. Вот теперь я должен ждать. Что, не уверен в том, что... Добрались, да смотрите. Это да. Давай выпрыгивать. Так, не получается. Ладно, ждем. Ждем. Опять антенна. Да зачем? За что? Ого, подтолкнуло так. Здесь полный ужас происходит, так вижу. Ого, прям спиной пролетело. Вот это да. Это страшно реально было. Это мороженка на палочке. Бррр. Да блин, это все пробежать, этот ужас. Не тормози. Беги. Уху. Еле. Еле справились, реально. Нет, тут мы не побежим, надо ждать. А вот тут... Лучше, лучше не рисковать, серьезно. Лучше спокойно пробежаться. Летает, мы пробегаем. Ух, прямо за спиной, вы сами видели, прямо за спиной пролетело, это страшно. Давай, куда ты, ого, сюда, мы типа не пройдем, если...
вверх. А может, можно было нажать? Тут мы теперь никак не пройдем. Или пройдем. Ой, нет. Надо все-таки наверх. Вот, а наверху, отлично. Почти поднялись, немножко съехали. Ну, с кем не бывает. Ладно, нам нужно. Ага, ну мы не вылезем, конечно же. Нужно наверх. Добраться туда. Отличненько. Не падай. Это было страшненько, скажу. Теперь можем жить дальше. Там мячики. Апельсины. Странно. Ну да ладно. Немножко. И побежали. У-ху-ху-ху. Это что такое? Но мы постараемся все просто пробежать. Как-то удачненько. Чисто на удачу смотрим. Мы смотрим, что это нас засадить. Да куда ты выкинула? Там же не было даже. Мы же попали на чекпоинт и... В конце когда сбила, окей. Стена. Нет, просто мы застряли. Бывает. Ой, вот, я уже вижу финиш. Ну что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока.